50 лет тому назад порог Сидоровской школы переступила очень скромная молодая женщина, учитель немецкого языка Сапрыкина Мария Алексеевна. С тех самых пор и на протяжении полувека она остается верна своей профессии и родной школе, что неизменно доказывает, выбор профессии, сделанный еще в раннем детстве, был абсолютно правильным. Я с детства любила играть в школу. И мы со своими подружками все время играли у меня, у нас дома. Мел где-то находили мы, правда. А чтобы была доска, мы перевертывали противень. Мама разрешала так. И у нас была эта школьная доска. Тетради тогда же обертывали газетками. Старые тетради свои наберем. Я училась, сестра училась. Наберем тетради, оберну газетками. Здесь наклею бумажечкой. Подпишу. Это были у меня ученические тетради. Я почему-то всегда была учительницей. Мне очень нравилась эта профессия. Мне нравились учителя. Я до сих пор помню свою первую учительницу, Зинаиду Васильевну Лишенко. Я помню, как она ходила в сером костюме, в шляпке, в белых босоножках. Вот до сих пор ее представляю. И настолько она была душевной, настолько я ее любила. Потом она во втором классе, видимо, в первой четверти не работала, была в декретном отпуске, пришла другая учительница, я не могла вот к ней привыкнуть, я даже стала заниматься хуже. Во второй четверти говорит: «Машенька, да что ж у тебя там в тетрадочке тройки стали появляться?» Я расплакалась, говорю: «Да не люблю я ее». А потом, когда заканчивали школу, в Подбельске открылось педучилище. Там район убрали в Подбельске, в Покосню перевели, и на месте вот этого здания открылось педучилище. Уже об этом знали, и наклонности, учителя наши наклонности знали, стали нас готовить. Спросили, кто, родители согласились, я тоже с радостью согласилась. В общем, я сумела поступить, хотя конкурс был большой, было 8 человек на место. Я поступила и закончила в 66-м году педучилище. В этот же год Мария Алексеевна возвращается в родное село и в родную школу, но уже не как ученица, а как настоящий учитель. В 66-м году приехала сюда, начала работать. Я в начальных классах мест не было. Мне дали немецкий язык и географию. Потом через 2 года уезжали учитель математики и русского языка, муж с женой, и освободилась место русского языка, я взяла русский язык, я его очень любила, всегда русский язык. И даже помню, как учительница Мария Николаевна в 5 классе объясняла новый материал, я сидела, вот слово в слово запоминала, следила за ней, и потом она спрашивала, задавала вопросы на закреплении, и я все повторяла. Мне это очень нравилось. В педучилищных экзаменах я даже без подготовки вышла отвечать по русскому языку. Так что мне это нравилось. Но потом стали нас заставлять. С Натальей Николаевной вместе с Веселовой мы работали. Она после 10 класса приехала сюда. Это уговаривали и заставляли поступить в институт заочно. Поступили. Она, правда, вперед меня на 2 года. Я на 2 года ниже курсом шла. В 80-м году закончила. Мы вообще-то, когда с мужем поженились, он пришел из армии, а я вот отучилась. Мы поженились и поставили перед собой цель. Он пойдет учиться в Черкассы заочно, в технику. Тогда он все-таки был престижный. А я пойду в институт. Наши вот планы сбылись. С тех пор она буквально приросла душой к новому предмету. Свою любовь к русскому языку и литературе старалась привить и своим ученикам, среди которых были родные люди. И как признается Мария Алексеевна, что именно для них она была самой строгой учительницей. Очень строго, они до сих пор все вспоминают меня. Самая строгая учительница была? Строгая учительница. Сестренка училась, вот я помню это, а сын маленький был. У мамы были, она с ним водилась, очень много водилась. Я ее заставляла: учи слова, она не выучила. А потом на следующий урок она мне не ответила, я взяла ее в учительскую, повела. Ну это, конечно. Свою сестру. Ну я хотела, чтобы она знания получила хорошие. За годы работы Мария Алексеевна дала прочные знания не одной сотне своих учеников. И каждым из них вполне может гордиться. Как учитель старалась дать не только знания, но и привить самые лучшие человеческие качества. Были всякие, конечно, ученики. Вот я помню, после смерти мужа вот сижу,
Вот у нас как-то получилось. У меня муж умер, мне было 44 года, дочке было 15 лет, вот маме Вадиме. Теперь вот у них вот умер папа. Я вот помню, я очень переживала, плакала. И могла даже, вот иду, это веду урок в 5 классе, вот помню, и неожиданно вот расплакалась. Они сидели, писали, я сидела, расплакалась. А мальчишка один, озорной такой был. А вот оказалось, что он душевный. Он видит, что я... Он понял, почему я заплакала. Ой, Марья Алексеевна, а я... Это знаете что? Вчера у нас фотографии смотрели, а я нашел на фотографии вы там, это самая Светка наша, вот Светлана Евгеньевна, Альбинка, а вы там такая молодая. Мне даже вот смешно стало. Я перестала плакать, рассмеялась. Думаю, ну вот какой вот ребенок, вот он откуда вот у него эта чуткость взялась? Он вроде базарной был. А потом вот... Приходил ко мне с букетом цветов, с конфетами. Марья Алексеевна, спасибо. Вы были строгие, вы и ругали, и все, и требовали. А все равно вы помогли. Если бы не вы, я бы не закончила школу. Любовь к своему предмету, к работе и своим ученикам не позволили ей уйти на заслуженный отдых. И несмотря на свой солидный возраст, Мария Алексеевна продолжает трудиться, вкладывая в подрастающее поколение доброе, мудрое, вечное. Вот когда я даже вот уходила в отпуск, ухожу в отпуск, и она, конечно, к концу учебного года устаешь, все надоедает, скорее будьте в отпуск, это естественное состояние для всех. Но потом вот настолько все это надоедает, настолько уже скучаешь, и я беру методички, вот если днем придется отдыхать, ложусь, я читаю, смотрю, думаю, а вот в этом году я буду вот так вот делать, а вот этот материал, а вот эту тему я вот так буду давать. Вот для меня это отдых какой-то был. Ну, может быть, я столько бы не проработала, я, правда, год отдыхала. Я после пенсии год, наверное, отработала, потом ушла. Ушла на пенсию, а тут приняли молодых, дело не очень пошло, и родители-учителя, они видели и знали, они... заставили директора пригласить меня назад. Дети меня, конечно, дочка поддержала, сын сначала не поддерживал, но все-таки я пошла. Ну и вот до сих пор работаю. В этом году решила уже отдыхать. Скучать будете? Буду. Буду, конечно. Конечно, буду. И 1 сентября буду переживать. Я люблю свою работу до сих пор. Помимо своей основной работы, Мария Алексеевна всегда участвовала в общественной жизни родного села. Очень много занималась и внешкольной деятельностью. Были смотры художественной самодеятельности, кустовые, в Кармалке. Это Кармальская школа, Якушкинская школа, наша школа, Захаркинская. И мы занимали лучшие места, конечно, там уже как-то уравнивали, но мы всегда возили. И хор, они у нас выходили все по рядочкам, они были все в белых бантах, в белых гольфиках, белый верх, черный низ, чудесно все. Ну, конечно, это нужно было организовывать и вести, и репетировать, и готовить, и там за ними следить, кто бантик потерял, кто гольфики потерял, кто чего. Ну, все это было очень интересно. В членом Совета ветеранов вела военную патриотическую ту работу, готовила мероприятия. С детьми, и с ветеранами, и приглашали, мы ветеран приглашали из района, и здесь проводили мероприятия. За годы работы Мария Алексеевна заслужила не только любовь своих учеников, но и уважение коллег, которые часто обращаются к ней за мудрым советом. Самый уважаемый у нас педагог, уважаемый в том плане, что мы уважаем ее возраст, уважаем ее как учителя, поскольку Марья Алексеевна дает детям огромнейшие знания. Дети знают русский язык, любят русский язык, знают литературу, приобщают их к чтению произведений различных. То есть она очень много дает информации по русскому языку и литературе. Очень интересные такие даты в этом году, Марья Алексеевна. Когда мы готовились к вечеру встречи выпускников, то оказалось, что она закончила нашу школу 55 лет назад. То есть вот одно из знаменательных событий и является выпускницей этой школы, то есть закончила 55 лет назад. Потом интересная дата
Может быть, она не столько интересна, но тем не менее знаменательная дата, что в этом году все-таки Марья Алексеевна решила у нас уйти из школы. То есть она работает последние дни, так сказать, выпускает своих детей, у нее выпускной класс, выпускает своих детей и все, уходит на заслуженный отдых. Конечно, она у нас давно пенсионер, но тем не менее очень любит трудиться и с большой радостью это делает, то есть она продолжает, хочет уйти на пенсию, но мы будем думать, что она будет к нам приходить, хотя бы иногда посещать нас и давать свой опыт, богатейший опыт за все времена. Выбрав профессию учителя, Мария Алексеевна ни разу об этом не пожалела, потому считает себя очень счастливым человеком. И всем тем, кто, как и она, планирует жизнь свою посвятить школе и детям, дает очень нужный, мудрый совет. В первую очередь нужно понять, любишь ли ты детей. Нужно любить детей в первую очередь. В первую очередь нужно любить детей и уметь с ними находить контакт. Вот, и, конечно, чувство ответственности. Это большая ответственность, но любой другой работе, там, врач, учитель, это очень ответственная работа, хотя мы, конечно, операции не делаем, наша работа так же ответственна, как и работа врача.